И там преданные смогут в большем количестве прийти, пригласить своих друзей, то есть это будет проповедническая программа, и смогут, так сказать, очень комфортно провести время за просмотром этого спектакля. Это наша новая работа. Я повторяю, что спектакль называется «Два мира». Это молились за нас, чтобы у нас все получилось, и также, чтобы мы продолжали и развивались в этом служении. Харе Кришна, спасибо вам большое.